Как сообщает интернет-портал «Кубань-24», водитель фуры не справился с управлением, и большой груз опрокинулся на железную дорогу. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Ему оказывали помощь медики. В результате движение на двухпутном участке перегона Хоста-Мацеста было остановлено. Оказались задержаны поезда «Адлер-Архангельск», «Оренбург-Адлер», «Адлер-Москва», а также пригородные электрички. Со станции «Адлер» был поднят восстановительный поезд.